канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. И сегодня я была на одной паре, которая длится 3,5 часа. Это тоже Child Development, это с профессором Джайнис Джефферсон, я ее люблю. И у нее, как обычно, аншлаг. У нее вот это та профессора, у которой на прошлом семестре стояли, записывали на коленке за ней то, что она говорит. И она пошла навстречу тому, что очень много учеников хотели учиться в ее классе. Она поменяла аудиторию на большую и всех приняла. Практически всех. Кто регистрировался, всех? Кто в вейтлисте стоял, она всех взяла. Сегодня была та же самая ситуация. Я так, я зашла, но я-то уже в курсе, как надо делать. И сказала, а кто ты? Все сиденья заняты. Да, потому что мы, получается, приехали как-то там без 10, видимо, уже тоже наученные, пришли очень рано, и я смотрю, сесть-то некуда, mm-hmm. да? Ну, я такая на всякий случай думаю, да, и спрошу, говорю, кто-нибудь сидит за столом, кто на вейтлисте? Девушка такая, говорит, я. Я говорю, ну, тогда, говорит, мое место, потому что я, говорю, энролит в класс. Все, я зачислила, до свидания. Она встала, и я села, потому что, ну, что? Ну, правильно. Ну и пришла профессор, наша такая, ай-яй-яй-яй, опять типа много людей, ай-яй-яй-яй, что делать? Попричитала немножко и такая, говорит, ну ладно, говорит, давайте будем типа ждать, кого мы отчислим сегодня, кого не отчислим, потому что, говорит, ну, местов-то нет. Но если честно, когда она вела пару, я почему-то подумала, что опять, если найдется где сесть, все, кто сядут, все будут сидеть и за дополнительным стулом, и так за дополнительным столом. Так хорошо, так подожди, те же, которые в вейтлисте, они же не платят? Нет, так или подожди, не после того, как проходит первый урок, если вот она кого-то отчисляет, кого она записывает в вейтлист, она тому прямо на уроке раздает такие наклеечки, это называется код для... additional код, ну, короче, на добавление в класс. Ты с этим уже регистрации в онлайн закрыты. Уже ты с консультантом не зарегистрируешься в класс. Но если у тебя есть этот код, ты быстренько, этот код работает в течение 24 часов. Зная этот код, ты входишь в систему и вводишь этот код, и тебя добавляют в класс. Учитель имеет право раздавать эти коды на добавление. Ну хорошо, но те, которые, как ты говоришь, усадят всех, типа, но они же будут просто... После того, как ты регистрируешься в классе, ты идешь и оплачиваешь. Вот этот код от учителя открывает тебе все, так сказать, возможности зарегистрироваться и все остальное будет. Но которые не могут получить код, они будут сидеть и ждать? Они будут сидеть и ждать. Если... Неделю-две. У нее все очень быстро решается. Сегодня, да. Кого не было в классе, она сказала, что все свободны, типа, да. Она говорит, ну, я же всегда... Она, в общем, такой преподаватель. Еще за 2 недели, блин, до начала этого она написала, ну, как там ваш саммер, уже кого она знала, кто... У нее в базе был, кто зачислен в класс. Она прислала книгу, название, фотографию, она так и не открылась. И написала, что мы будем пользоваться конвой, поэтому, кто не знает, типа, ознакомьтесь, мы будем пользоваться этим. Ну, в общем, были готовы к классу. Поэтому она, и опять же, она написала, что я, типа, там, очень добрая, туда-сюда. Но они все нам пишут, что я понимаю, жизнь есть жизнь. Если что-то, вы меня предупредите. Она и сегодня, пока представлялась, она 10 раз сказала, что я понимаю, что это жизнь, что сегодня вот так вот все может произойти. Поэтому, говорит, напишите мне прямо, когда это случилось, после того, как это случилось. Но я должна знать, что происходит в вашей жизни. Отчислили 3 человек из вейтлиста, перешли те на их место, а другим она раздала эти additional code, и они тоже добавятся. За что вот тебе опять непонятно? Вот троих отчислили, троих закинули. Троих закинули. А дополнительные коды остается, дали? Остается, грубо говоря, еще 7 человек. Да? И куда они тоже хотят учиться. Она им могла сказать, ну извините, ребята. А, ну она им дала и их зачислила. Ну она такая, мне кажется, она просто не может как бы сказать, что я вот... Ну знаешь, помнишь, я как понял, в Беларуси была истерика у гинеколога у нашего, у врача, которая как-то вылетела с кабинета, это когда я была беременна, стояла на учете, она сказала, больше никого не приму, я типа обязана в день принимать только там 15 пациентов или что, идите, типа, ну ты помнишь эту ситуацию? Помню. Грубо говоря, если она, ее класс состоит из 40 человек, а в классе пришло 44, ее право, ее никто не осудит, если она скажет, ну, до свидания. Но она, короче, всем этим, которые в вейтлисте, которые не могут сегодня
за вытянутых войти, она им дала коды и их приняла. Их приняла. Вот я поэтому и не понимал. Они регистрируются сегодня и оплачивают. И будут сидеть где угодно на табуретке, как ты говоришь, ну, не и на уже... табуретке, там эта аудитория, допустим, такая, у нее есть как бы такие столы, там, ну, для, скажем, если мы какую-то презентацию делаем, теоретически за них можно поставить стул и работать. Сегодня эти стулья стояли и за ними работали. Просто не совсем понятно было. Ты говоришь, она всех возьмет, я думаю, ну как она возьмет? То есть все теперь понятно. Да. Все. Вот. Ну, у нее, как обычно, все хорошо, все легко, но она, типа, она говорит, что класс у нас сложный, это, говорит, уже не игрушки, мы тоже уже, говорит, сделали шаг вперед. У нас, говорит, здесь будут и работы, и, блин, мне нужно, короче, я себе в колледж буду ходить, походу, только бумаги сдавать, потому что мне нужно будет провести обследование на предмет безопасности детской площадки в киндергартене. Это опять где-то с кем-то договариваться, чтобы меня пустить. Так, а в нашем киндергартене? Пойду, наверное, в наш. Ну. Вот. Она говорит, это, говорит, у вас займет, ну, немного часа, 3-4 часа нормально. Больше, не больше. Вот. Будет несколько групповых проектов, свои проекты, домашние работы. А потом она спросила, есть ли кто-нибудь, кто учится в 114 классе по Чаудалору. Машина стоит номер Iowa to LA. Мы вчера с ней ехали. Да, только в ту сторону, по-моему. 114 это мой вчерашний класс, да? Ты пропустил, что я тебе говорю. Ты внимательный слушатель, я с тобой не говорю. Что я пропустил? Говорю, я говорю, она спрашивает, рассказывая, как нам будет сложно, она спросила, есть кто-нибудь, кто типа зарегистрирован и пробовал уже себя в 114 классе. Ну там у нас поднялось там больше, чем 6, допустим, да? Ну она такая стала, говорит, ну вы смелые ребята. Я такая думаю, боже. Короче, у меня такое ощущение, что, наверное, вот если я его закончу, этот, ну не если, а когда я закончу этот 114 класс, мы закатим такую вечеринку, знаешь. Так она сказала, что вы смелые, что в него пошли? Да, да, она такая, говорит, ну вы смелые. Ну так вам же все равно надо брать его. Ну, может быть, его откладывают напоследок, типа, когда уже все закончилось, и ты уже просто идешь туда. Ну, потом она такая говорит, обычно, говорит, у меня в классе не бывает экзаменов, но и в этом классе есть два. В середине и в конце. Короче, все, ну, я понимаю, что очень многие идут к ней, потому что она, ну, такая вот очень, ну, легкий человек, да. Она такая, ой, спокойно, спокойно, когда все там нервно задышали, она говорит, выпустите пользоваться. Это open book, открытые книги, открытые ноутбуки, в общем, несите все, что у вас есть, и типа, сделайте это. Ну, она легко ведет лекцию. Она легко ведет лекцию. От нее у меня никогда не болит голова. Она никогда... Так, это что, правда, Карлос уезжает? Смотрим, кто уезжает. Да это вообще не с нашего коммунити уезжает. С нашего коммунити. Келик не подходил. Так у нас что? А в очках женщина, это, наверное, теща Карлоса. Не, наверное, я так думаю. Тверский. Девочка их не подпустила вообще. До свидания, мой ласковый Мирка. Давай заканчивай, а то мы приехали. Вот, ну в общем, она очень хорошая профессор. Я вот после нее, да, после лекции, все, прям вот чувствую, что да, вот ты в правильном направлении, ты выбрал себе хорошую специальность, ты на своем месте. Нет сомнений, что я делала правильный... Мазон прямо какой-то скучный мазон. Что я сделала правильный выбор в плане профессии, нет сомнения, что... Ну, короче, знаешь, ты типа сможешь. Короче, этот сегодня первый урок для тебя уже был как будто как продолжение прошлого семестра. Да, да, мы немножко усложнилась тема, мы немножко ну, естественно, я вижу уже скеджул, я вижу, что будет больше письменных работ, будет больше проектов каких-то. Ну, прям вот какого-то такого оцепенения это не вызывает. И я говорю, что вот, понимаешь, после нее настроение такое, что вот прям... Да, я делаю правильно, я сделала правильный выбор. Нету там какого-то ощущения депресника, как это все потянуть там или еще что-то. Вот. Я очень рад. Буду записываться еще на этот курс. Это к тому, как пишут комментарии, не комментарии, так пишут на Алиэкспрессе. Купил лампочку, очень понравилось, еще не проверил, буду заказывать еще. Вот, так что вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Обязательно подписывайтесь, будут еще влоги. Смотрите и рассказывайте друзьям. Всем пока.
пока-пока. Bye-bye.